И вообще никого, просто на гайке полный ноль. А вот и цель у нас есть. Есть, конечно, он это. Ну, попробуем. Ну и блин. Все, вкладку включил. Так, тело там на легионе было. Ой, главное не промахнуться. Надеюсь, клок он не успеет уйти. Так, улокали. Есть. Твою мать, я из клоки не вышел. Ха-ха. Да, я ушел. Отлично. А, какой-то легион бестолково оказался с клокой, блин, но я не воспользовался совершенно. Много погорело, конечно. Ладно. Для начала давай, наверное, посмотрим, что было. Полностью я его не просканил. Смотри, он ковроклочный был. То есть, по идее, в клоку мог уйти и не париться. Вот по-хорошему. И все. И он бы спокойненько ушел. Но не ушел. Ну, он забился каргахолами. И здесь каргахол. Ну, тогда я понимаю, почему он с двух выстрелов умер. Дальше, что он тут? Короче, типа тупо скан. И все, я так понимаю, в основном... Нет, не только здесь, ты смотри. А, ну всего, короче, хватает. А, вот еще что тут. Ну, почти 7 лярдов. 7 лярдов перевозило тело. Вот. Вот это нормальный суицид. Так, пошли смотреть теперь, наверное, этот самый. Килл. Килл, 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 килл. Вот он, килл. То есть, что у него было? Фестивальный лаунчер. Йоу. Фестивальный лаунчер. Да, самая нужная вещь, которая была. Ларж 1. Прекрасно. Блин, ну у тебя же была... Ковра, ну вот вообще. Зачем? Зачем? Один-то. Чё с ним сделаешь? Ой. Ну и в общем вот. Как я и говорил всегда, да, обычно половина сгорает, половина остается. И в принципе здесь так практически, смотри, и получилось. Прям вот видно даже. Сгорело, осталось, сгорело, осталось, сгорело, осталось, сгорело, сгорело, осталось, сгорело, осталось, сгорело. То есть, в принципе, как я всегда говорил, что 50, на 50 практически. Ну, там, может быть, как уже дальше повезет. То есть, так вот. Ну, и давай смотреть, что вот в итоге у нас получилось. Что мы там вообще захавали. Ну, захавали, вот, собственно говоря. Так, трактор, ну ладно, его не считаем. Короче, вот, лярд 800. Все бабосики, собственно говоря, у нас вот здесь. Вот оно то, что у нас осталось.